На сегодня готовность школы составляет 75%. На стройке задействовано около 200 человек. Мария Пивень уточняет у рабочих деталей. Отопление запущено в здании школы на 100%, но часть радиаторов еще не установлена. Разводка по водоснабжению и канализации также выполнена в полном объеме. Вентиляция готова на 70%. Напольная плитка по коридорам и по классам уложена на 100%. Осталось завершить лестничные пролеты и клетки. Все стены у нас отштукатурены, отшпаклеваны. Сегодня у нас пришли внутренние двери. Соответственно, начнется их монтаж завтрашнего дня. Я думаю, к следующему понедельнику двери порядка там, 80% точно будут у нас установлены. Все цвета колористически также согласованы. Ожидаем прибытия краски. И, соответственно, на этой неделе должны начаться работы по покраске стен. Витражи установлены не полностью, но все открытые места закрыты специальными материалами и утеплены. 100% витражи будут готовы в ближайшие 2 недели. Металлические наружные двери также поставили, за исключением 6 штук. Готовность фасада около 80%. Начали монтировать 3D-панели. Идут работы по укладке бетонной решетки на пожарные проезды. Согласно проекту, у нас пожарные проезды по периметру школы из-за недостаточности процента озеленения. Главархитектуры было согласовано, что все наши проезды будут не из асфальтового покрытия, а именно из бетонной решетки. Соответственно, это как дополнительное озеленение идет. Оно будет покрыто грунтом, и, соответственно, летом будет расти там трава. Завершена укладка резинового покрытия на детских площадках. В настоящий момент идет монтаж малых архитектурных форм – карусели, качели и другие элементы. В целом благоустройство территории школы выполнено на 85%. Анна Пыльцина, Владимир Безлепкин, Анна Белова, ИТВ.